метрополии должна быть сформирована с учетом городских интересов. Чтобы был диалог на самом деле, не только чтобы нас перед фактом ставили, и учитывалось наше тоже мнение в этом вопросе, потому что мы уже знаем привычки своих людей, что уже исторически многое сложилось, и это нужно учитывать всегда, мне кажется. Все это понятно. Вот. И на месте это решать. Да где Маргарита? Сейчас будет через 15 минут, она на улице 613. Через 15 минут она не будет, она горячит. Для пробки, наверное, в городе. Да, ну, пробок, может, и нету. Но... То есть мы готовы предложить. Если даже вот будет оплата, то есть какой мы вариант выберем, человек может просчитать сколько это будет стоить. Нет, ну вот я как не профессионал, но с житейской точки зрения. Вот по минимуму мы что я полагал бы, тут могло бы быть. Площадка для выгула собак. Да. Потому что это все равно... Исторически уже сложилось. Не просто исторически, это необходимость. Это необходимость, иначе все равно там, где будет зона для людей, там же и собак будет. Лучше выделить, предусмотреть эту зону специально. Значит, и места здесь достаточно, на мой взгляд. Вот раз. Второе, значит, нужна какая-то тут спортивная площадка. Ну, спортивную, да, есть. Типовая спортивная площадка, которую я могу принести вообще ее, как говорится, паспорт. Да, совершенно. Со всеми делами. Вот спортивная площадка, это второе, что нужно. Ну, может, я не в порядке значимости, а по набору, да? Значит, следующее. Нужна детская площадка. Правильно? Спортивная. Да. Нам нужна детская Нужна спортивная площадка. Нужна, нужна. Детская площадка. И нужно что? Вот зона отдыха какая-то, да? Или прогулочная? Ну, лучше, да, лучше такая прогулочная. Да. Значит, и, короче говоря, организованная, спланированная, значит, зеленая зона. Значит, деревья вдоль дороги посадить или кустарник какой-то, правильно? Да. А можно это... и то, и то. А можно и то, и то. Но это специалисты должны смотреть. Значит, и сделать на этой же территории, значит, заездные карманы для парковки автомобилей. И гостей, и жителей, чтобы и было это всем удобно. Ну, вот, и вот, то есть кто-то хочет нашим, будет на нашей аллейке прогуляться, пожалуйста. При этом максимально учесть возможность сохранения живых, здоровых деревьев. Да. Нездоровые деревья должны быть выбракованы, и нечего за них хвататься, потому что у нас город зарос уже переросшими старыми деревьями. Дальше вот в свое время, лет 10 назад, мы же сделали детскую площадку по этой же улице, по проспекту. Ее надо реанимировать. Значит, ее надо привести в порядок. Значит, и там тоже типа такой же зоны рядом с этой площадкой сделать. И вот получится улица Воробьевская, куда люди будут приходить и смотреть, как можно сделать. Да, почему? Да. Почему нельзя? Да. А вот мытищи. Вот, где надо. Тем более там Никольское кладбище, это все вода. Деньги и воля. Будет желание, мне кажется. Под камеру не хочу. Все мечтал, воля есть. Деньги и воля. Силы мы, говорит, соберем. И получится сила воли. Воля силы.